Ходюшки хо-хо, многие просили меня, когда же ты снимешь наконец-то какой-нибудь видос. Короче, всем-всем доброго вечера, дорогие подписчики, с вами русский дрил на сцене. И видосов не было почти 3 месяца там, ну вот еще 10 дней будет уже 3 месяца. Здесь вставочка будет там с прошлого видоса, 22 июля был. Ну что я вам хочу сказать, короче, почему я так долго не снимал видосы? Ну потому что вот это, уходил постоянно во вторую смену, приходил в 5:30. Ну и когда мне вот снимать, вот объясните. Так что вот так вот. Весь сентябрь, короче, почти во вторую смену уходил и приходил в 5:30. Вот так вот. А вообще идея у меня была, конечно, снять видос там в августе, сентябре и начале октября уже была идея там. Любой видос вообще. Ну, кстати, вот микрофончик, как я говорил, собрал. Тестил я его в Дискорде. Ну, там что-то со звуком, конечно, проблем. Ну, меня слышали, но очень тихо. Ну, микрофон рабочий. Короче, вот поп-фильтр, это у нас паук. Вот так вот я. Вот тут у нас... Короче, вот тут у нас струбцина, как я говорил, вот тут пружины. Ну и сам кронштейн, ну вот, как выглядит этот микрофон. И, конечно же, легендарную петличку никто не забыл. 120 стримов с этой петличкой, повторюсь. Ну и последний стрим был 3 месяца, но я не знаю, когда будет следующий стрим. Сейчас вот с Ютубом проблемы. Сейчас с Ютубом проблемы, там долгая загрузка видосов. И сейчас все переходят на Рутуб, вот так вот. И вообще, пишите в комментариях, какой вы лучше хотите видос, чтобы я снял. Вот так. Так, и я еще хотел вам снять еще вот такой вот обзорчик. Значит, у нас роутер Archer C24 AC752 диапазонный Wi-Fi роутер, вот такой, 433 мегабит в секунду плюс 300 мегабит в секунду, два диапазона Wi-Fi для плавных HD трансляций, представляете? Ну такой где-то 2000 стоит, 3 года гарантии, 3 в одном, интернет подключение до 100 мегабит в секунду, IPTV и 4K TV, представляете, в 4K смотреть на телевизоре. 4 антенны, ну сами видите. С высоким усилением для большой площади покрытия. Яндекс ДНС, радистский контроль есть. И VPA3. Защитят вашу сеть 24/7. Предустановленные настройки провайдеров. Так, значит, вот сам этот крохотный Wi-Fi роутер Archer C24. Так, я сейчас вам еще тут покажу. Кнопочки тут вот такие вот, надеюсь, видно там камера. Так, значит, быстро надежное подключение, порт WAN, ну это в принципе как вам звонят там в Ростелекоме, говорят, вот подключите или отключите порт WAN, чтобы они провели диагностику. Вот этот синий называется порт WAN. Порты LAN — это вот эти 4 желтые, в принципе, для подключения ПК, ТБ и игровых консолей, значит. Значит, к ноутбуку до 300 мегабит в секунду, 2,4 гигагерца скорость интернета. До 433 мегабит в секунду, 5 гигагерц — это у нас... Тоже, наверное, на ноутбуке или планшете. До 300 мегабит в секунду, 2,4 гигагерца. Это у нас, что это тут, конверт, почта, что ли? Значит, 3 режима в одном. Телефоны, планшет, ноутбук. Ну, конечно, это все понятно. Уроки тут, тестевая, разные способности управления. Вот такой вот Archer. А что внутри? Что внутри, я вам сейчас... А что там осталось внутри? Конечно, интересно, чтобы посмотреть.
Что там коробка? Ну, в принципе, в коробке там ничего не осталось. Вот только кабель вот дополнительный есть. Вот, и этот. Вот такой вот дополнительный этот шнур, который, кстати, подключен у нас. Вот здесь вот. Да, вот вон там вот подключен такой же вот. Собственно, USB кабель такой же. В принципе, что тут еще? Ну, это инструкции, но это все понятно, короче. Вот так вот. Не знаю, стримы будут, не будут. Сейчас сами понимаете, сейчас политика вот эта в Ютубе вся. Она не кончается вообще. Ее очень много, из-за этого Ютуб замедляется и все. И происходит какая-то ересь. Что я вам еще скажу? В принципе, 2000 стоит, страна-производитель Китай вроде, если не ошибаюсь. Да. Ну, заказывали на Валберес также, советую. Как я вам и раньше рекомендовал Валберес всем. Ну что, ждите новые видосы. Не знаю, сколько там получилось видео, конечно, но... Надеюсь, вы будете рады этому видосу, что я наконец-то снял за 3 месяца. Ну и с вами был Русский Дрил на сцене. Всем удачи и всем пока!